10 мам и малышей Московского района принимали поздравления и подарки от представителей общественных организаций города. Цветы, теплые слова и необходимые вещи для новорожденных. Повод для такого внимания двойной. Дети появились на свет в День матери. Для некоторых мамочек рождение малыша в один из самых светлых праздников стало полной неожиданностью. Не знала. Я, во-первых, не знала, когда он должен родиться. Ставили сроки в начале октября, по моим срокам, в конце октября. А вышло вот на День матери. Очень рада, подарок очень хороший. Очень приятно, неожиданно и очень приятно, конечно, что нас поздравили. Да еще приятнее, что мы родили в такой праздник. Важной составляющей подобных акций является привлечение большего внимания и к демографическому вопросу, и к проблемам детей. Брестская область продолжает лидировать по рождаемости среди других регионов страны, конечно, не считая Минска. Если в прошлом году мамами стали более 6 тысяч женщин, то к концу текущего эта цифра может увеличиться на 5%. И если чудо рождения приходится на День матери, это двойная радость для молодых мам и прекрасный повод для самых сердечных поздравлений. Без мамы, без самого такого понятия слова, потому что слово «мама» в себя включает и понятие слова «любовь», понятие слова «доброта», понятие слова «нежность». День матери – это особый день, когда каждый человек вспоминает, да не то, что вспоминает, а хочет поздравить свою маму, своего близкого человека с этим праздничным днем. И по всей вероятности, мало кто забывает об этом, помнит, потому что это святой день для каждого человека. Рождение ребенка – одно из самых радостных событий в жизни каждой семьи. Неважно, родился он в праздничный день или в будний, ведь для каждой мамы ее ребенок особенный. Все условия для повышения рождаемости в стране есть, говорят доктора. От женщин требуется только одно – желание быть мамой.